продолжаем? Ну, тут у нас уже входит Родриги и Мартинец прямо-таки к царю Максимилиану. И Родриги и Мартинец произносит гордо. Явление-то у нас 21-е. Ну, Родриги и Мартинец, произноси гордо. Читаю дальше. Гордо подходит к самому трону царя Максимилиана, стучит о пол копьем и говорит, ударяя себя в грудь. То ли я не воин, то ли я не рыцарь, стану на землю, земля потрясется, взгляну на море, синее море всколыхнется, горы и холмы и те раздадутся. Азия, Африка, Америка, Европа, и те вострепещут. В общем, я его того, и делов-то всего ничего. Он, конечно, сопротивлялся, да не того нарвался. Ой, царь Максимилиан! Ой, хвала тебе, герой, что град Антон спасен тобой. Эй, пажи ленивые вы бездельники! Зовите в мои царские чертоги всех храбрых и могучих моих рыцарей. Отдать воинские почести верному нашему Родриге Мартинесу, как есть он наш народный герой и молодец. Ну и вас, всех гостей, приглашаю его, так сказать, почествовать. Ну, пажи! Ну, идем, призовем, воспоем. Да. Царь Максимилиан, Родриге Мартинес и толпа рыцарей. Царь Максимилиан! Храбрые мои воины! 22-е. Храбрые мои воины, воздайте честь непобедимому Родриге Мартинесу за освобождение града Антона. Эх, Родриго молодой, эх, Родриго молодой, ты не дрогнувшей рукой, ты не дрогнувшей рукой, у врага срубил башку, у врага срубил башку, ты народный наш герой, ты народный наш герой, эх, Родриго молодой, эх, Родриго молодой, ты не дрогнувшей рукой, ты не дрогнувшей рукой, у врага срубил башку, у врага срубил башку, ты народный наш герой, ты народный наш герой, эх, Родриго молодой, эх, Родриго молодой, ты не дрогнувшей рукой, ты не дрогнувшей рукой, у врага срубил башку, у врага срубил башку, ты народный наш герой, ты народный наш герой, эх, Родриго молодой, эх, Родриго молодой, ты не дрогнувшей рукой, ты не дрогнувшей рукой, у врага срубил башку, у врага срубил башку, ты народный наш герой, ты народный наш герой. Ну, эту героическую кричалку, триумфалку можно продолжать до бесконечности, но в это время слышен сильный стук в дверь и женский вой. Царь Максимилиан! Вой, 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 вой. Ну, пусть, ну, воет то кто-нибудь, я же не давай. Могу, так, мне же надо, а чё, ну, это не пажи, не пойдет, это не пажи. По-женски надо. Не по-женски. Во-во-во, так. Всё, хватит, всё, всё, давай. Царь Максимилиан. Смотри, кто умеет выйти по-женски? Все, давайте. Ладно, продолжаем. Царь Максимилиан. Это что за баба? Что там за пьяна? Те же и смерть. Дверь открывается, на пороге появляется смерть с косою. Становится у самого порога и говорит: смерть! Я ведь не баба! Я ведь не пьяна! Я есть смерть твоя упряма! Царь Максимилиан в ужасе встает на троне и просит воинов. Етешкин козырек. Воины, воины мои, защищали вы меня неоднократно от всяких врагов, защитите ныне от лютой смерти. Смерть, подойдя к трону, обращается... Никому он не обращается. Да. Ну, типа того, пошли, что ли? Так, один раз махни косой, и все.
Ну, в общем, воины пугаются и раздвигаются. А смерть, подойдя к трону, обращается к царю Максимилиану и говорит: короче, следуй-ка за мной. Царь Максимилиан. Мать моя любезная смерть, ты мне дай сроку житья хоть на 3 года. Ну, чтобы там вот мне нажиться, царством распорядиться, чтобы можно было там как-то вот... жениться. Жениться, да, жениться, вот. Пригодится. Пригодится мне, да. Смерть! Фикушки, нет тебе житья и на 1 год. Царь Максимилиан. Мать, любезная смерть, дай мне жить хоть на... Ну, 3 месяца хотя бы, ну. Смерть! Не будет тебе и на месяц житья. Царь Максимилиан! Мать моя, любезная смерть, дай мне хоть срок, хоть на 3 дня, да хоть в баньку сходить, да по баньку ублажить. Смерть! Ишь, размечтался, не будет тебе сроку и на 3 часа. А вот тебе моя острая коса! Ударяет его косой по шее, царь падает. А он еще должен произнести типа... Произнес. Паш выходит на середину и обращается к зрителям. Вот почтеннейшая публика, занавески закрываются и представление кончается. А актерам с вас на чай полагается. Поклон! Нам не по чину и не по сану, и вообще. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Крики «Бис! Браво! Бис! Бис! Бис понтово! Спасибо, что вытерпели!»